Выполняй все правила жизни девушки незамужней. Какие правила? Служить родственникам, заботиться о родителях, всем простить, всех прощать. Заботиться о всех живых существах, учиться вырабатывать в себе женскую природу. Не помышлять даже о том, чтобы меня быстрее взяли замуж, потому что это мешает действию судьбы правильному, течению событий. Не помышлять даже об этом. Не строить глазки всем парням, потому что мы не знаем, кто именно должен быть моим мужем. Женщина не знает. Если она строит глазки, она вмешивается в судьбу. Таким образом портит себе жизнь. Такие правила поведения девушки, которая не замужем. Видите, вы содрогнулись, девушки, все содрогнулись, когда услышали от меня эти правила. Почему? Потому что принять даже этот уровень судьбы тяжело, практически невыносимо современным людям, поэтому мы всегда и выходим замуж не так, как надо. Есть одна девушка, работает со мной, она хорошо вышла замуж, за хорошего человека очень. Я ее спросил, как тебе удалось вот такого парня за него выйти замуж? И она говорит, я вот все, что вы говорили, слушала, скрипела зубами и так поступала. Никого, ну так я видел, она никого не смотрела, ходила такая, всегда очень погруженная в то, чтобы служить всем, заботиться. Не то, что она не улыбалась, но улыбалась, но она не строила никому глазки. Понимаете, есть разные улыбки у женщин. Улыбки строить глазки означает соблазнять, то есть привлекать к себе внимание. А можно улыбаться, служить улыбкой. Поделись улыбкою своей, и она еще не раз к тебе вернется. Ну, то есть есть разные улыбки. И она вот улыбалась только той улыбкой, старалась, которая делает девушку благочестивой внешне. Она становится привлекательной от таких улыбок, которые чистые, светлые улыбки, да? И такой улыбкой привлекся чистый, светлый человек, потому что похотливые парни привлекаются похотливыми улыбками женщин, а чистые, светлые — чистыми, светлыми улыбками. Каждому свое, понимаете? Для каждого Бог создал свое. Видите, то есть первый этап. Даже просто этого достаточно, чтобы просто выйти замуж. Я уж не говорю о том, чтобы достичь совершенства жизни. Женщине достаточно просто вести себя правильно в жизни, что далеко не просто. Для этого нужно, естественно, молитву, силу какую-то внутреннюю культивировать, потому что хочется же вести себя все наоборот. Хочется думать о себе постоянно, я такая несчастная. Хочется всем парням улыбаться, хочется с ними гулять, хочется маму не слушать, что она говорит. «Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день, постречалась с Колюшкой на свое я Голюшко». Ах, мамочка, зачем? Да? Ну, то есть хочется вот так жить, и получается все наоборот, не так, как надо. Но есть же и более развитые вещи, да? Ведь может женщина настолько быть возвышенной, что она начнет давать, дарить счастье своим присутствием, исцелять своим присутствием людей, да? И тогда она уже еще более возвышенную жизнь получит, да? А может быть еще и больше, она может, как Ванга, стать пророчицей. А может еще выше быть, она может вообще просто понимать этот мир, как он устроен, и давать, уже стать наставницей для всех, как мать Тереза. Видите? Но это уже семейная жизнь, до свидания на этих уровнях. Это уже женщина достигает уровня выше семейной жизни. Она развилась выше, чем просто быть женой. Она становится матерью для всех. Потому что у женщины есть три уровня развития. Девушка может быть ученицей. Она должна учиться жизни до замужества. Она может быть соблазнительницей в семейной жизни, давать красоту, дарить красоту близким людям. И она может быть выше этого и стать матерью для всех. И веды говорят, надо очень много быть ученицей, очень мало быть в жизни соблазнительницей, очень много матерью, и тогда общество достигнет счастья. Смотрите, женщины, вы можете сделать общество счастливыми.
Очень много ученицы, очень много учиться, как правильно жить женщине. Дальше. Очень мало быть любовницей, только с мужем, больше ни с кем. Ну а сколько мы с мужем можем в день видаться? Максимум 25 минут, да? Ну сколько вот мы реально, вот отношения с мужем, вот сколько там отношений в день? Ну 20, ну час некоторые могут пообщаться с мужем в день. Это уже роскошь. На лекции 3 часа даже можно вместе посидеть, поулыбаться. И очень много матерью. Матерью означает старший, чтобы учить людей жить. Видите, что, какой элемент выпадает из общества? Элемент, который разрушает жизнь семьи. Потому что жизнь семьи разрушает вот это вот желание наслаждать людей как соблазнительница. И вот эта вся реклама, которую мы сейчас видим, она же использует именно эту женскую энергию. Как определить, что я приехал в более благочестивую и счастливую страну? Там будет больше рекламы девушек как учениц, таких вот скромных, смиренных, и больше рекламы женщин как матерей, и меньше вот этих вот всех. Это означает, что там больше счастья в этой стране. Потому что там, где больше идет акцент на красоту женской соблазнительной энергии, в этих странах больше разводов, больше разрухи и больше страданий. Понятно, да? Потому что есть три типа женской энергии. Энергия смирения или ученичества имеет женскую природу, и она приносит в общество смирение и послушание. Сила послушания проникает в общество. Энергия любви, она должна быть обязательна, но она должна быть скрыта от глаз. Эта женщина должна делать так, чтобы никто не видел. Любви к близким. Да? Она культивирует личных отношений. И энергия материнства, она должна быть опять для всех. И она дарит людям знания, как жить правильно, потому что в женщине заложено это знание от природы. Вы видите, женщина, она имеет склонность к правильному. Допустим, я склонен на лекциях какие-то слова, фигулечки, там, говорит, всякие, ну, паразиты. И женщины чувствуют, это неправильно. Особенно моя жена это чувствует. Если бы она на лекции делала, она бы сразу так начала мне подсказывать, что так нельзя говорить. Но я не чувствую иногда. Это означает, что женская вот эта природа учить, быть матерью, она очень сильна в любой женщине от природы, и она дарит настоящее счастье. Она дает возможность мужчине не выходить из рамок, которые разрушат его жизнь. Женщина так помогает мужу. Часто мужчина думает, что она его пилит просто. Почему? Потому что он не хочет слушать. Нет желания слушать сердце жены. Какие-то есть вопросы? У меня есть. Да? А женщина... А я подумал, вы сейчас про Франциска спросите меня. Нет, я сейчас пытаюсь сформулировать. Женщина, которая живет правильной жизнью, ее мужчина никогда не бросит. Правильной жизнью это что значит? Правильной жизнью что значит? Что значит жить правильной жизнью женщине? Я так счастлив за ваш вопрос. Потому что большинство женщин считают, что они знают уже, как жить правильной жизнью. Ваш вопрос указывает на то, что вы разумный человек. Понимаете? Потому что разумный человек всегда спрашивает, а правильно ли я живу? Даже если он живет правильно, вот прямо, и бывают люди очень возвышенные, в монастырях там живут очень правильно, но у них все равно есть наставник, они спрашивают, как еще правильнее жить. И они так не задают вопрос, я такой правильный, как еще правильнее быть? Нет, они говорят, я неправильный, скажи мне, как правильнее. Раз вы спросили, как жить правильнее женщине, это уже означает, что вы правильная. Нет, я не так спросила. Тихо, спокойно, я понимаю, что вы не согласны со мной. Но я сейчас утверждаю, что это означает, что вы уже правильные, потому что неправильные женщины таких вопросов не задают. Они считают, что они уже знают, что они правильно живут. Но они пришли на лекцию для того, чтобы узнать, как правильно жить мужу. Это неразумные женщины. Разумные женщины знают, что так как они сами неправильно живут, поэтому и муж не может измениться. Видите, сразу все серьезными стали женщины.
У нас серьезный разговор пошел, да? Я ответил на ваш вопрос. Как женщине жить правильно? Видите, уже ответ прозвучал. Я как-то сейчас пытаюсь это все... А все остальное — это целая жизнь. Это много, много всего. Первое, что нужно знать, что есть женская природа. Она имеет силу в подчинении. Мужчина тоже силу в подчинении имеет, но он предназначен для жизни в открытиях. Женщина не предназначена для жизни в открытиях. Она предназначена для жизни в той сфере, где уже все понятно. Женщина должна прилагать усилия к изучению того, что уже есть. Но мужчина должен не просто понять, что есть, а понять, как это использовать в будущем. То есть он в сфере, недоступной для понимания сегодняшнего, должен жить мужчина. Он должен свою судьбу направлять туда, где неизвестно. А женщина, она очень сильна в той сфере, где известно. Это один из ответов. Просто жить так, как по природе женщине. Потому что некоторые женщины, они занимаются не тем, что женщине положено делать. Например, другой ответ. Женщина может работать, но она должна работать в сфере, в которой она приносит обществу счастье. Это сфера социальной деятельности. Допустим, кем угодно. Она может там нянчиться с детьми, допустим, заботиться о стариках, какие-то социальные программы развивать в обществе и так далее. Понимаете, она не должна вот чисто бизнесом заниматься, она должна быть направлять на счастье общества свою силу. Потому что женщина в очень близких отношениях рождена, и она должна близкие отношения людям давать. А для женщины общество — это более развитое понимание своей жизни. Социальная среда, она станет счастливой, если она заботится обо всех, согласно своей природе. Это другое понимание, как жить женщине. И таких пониманий очень много. Но пока женщина не поймет, что она живет неправильно, и что она не понимает, как правильно жить, она не сможет развиваться вообще. Потому что у женщины, у любой, есть одна особенность. Так как она очень красивая, и Бог ей дал совершенный характер, совершенную речь, совершенные отношения, поэтому она чувствует, что она-то все как раз правильно делает, в отличие. Вот это чувство, что я все правильно делаю, является признаком женской тупости. Простите за выражение. Вот это и есть капкан, который разрушает женскую жизнь. Поэтому есть предписания для женщин такие, чтобы они учились считать, что я могу ошибаться. И спрашивать совета у мужа там и так далее. У женщины есть эта склонность советоваться. Но только если она встала на эту платформу, что я могу не понимать, как правильно. Потому что женщина, например, четко считает, что я точно понимаю, как мужу надо со мной себя вести. Но как раз эта позиция является разрушающей семью. Что женщина не должна в этой позиции находиться, я знаю, как мужу себя надо вести. Она должна думать, я должна больше беспокоиться о том, как мне надо себя вести, а не как мужу. И тогда она сохраняет семью уже. Видите, как непросто, да? Но вот эта вот смена позиции, мы говорили, это означает молитва. Потому что женский эгоизм эксплуатирует мужскую природу. Женщина направляет свои силы, как рычагами пытается подчинить себе мужчину. Эта эксплуатация приводит к страданиям. А она должна дарить счастье, переключиться на дарение счастья. Тогда мужчина сам начинает вести себя правильно со временем. А если он ведет себя неправильно, значит, Бог проверяет меня. Я терплю. И получаю знания в результате. Терплю и получаю просветление в своей жизни. Видите, иногда он правильно будет себя, близкий человек, вести, а иногда неправильно. Но если я правильно себя веду в ответ, не сражаюсь с ним, а просто пытаюсь как-то чуть подальше держаться, чтобы сохранить спокойствие, но при этом дарю ему любовь. И если любви достаточно я подарила, начинаю воспитывать, как правильно себя вести уже, давать ему знания уже дальше. Тогда я веду себя правильно. Это сложно. Для каждой женщины то, что я сказал, даже первый шаг
просто не считать себя очень умной в отношениях с мужчиной. Женщина не считает себя очень умной в отношениях вообще с людьми. Но с мужем со своим она сразу становится очень умной. Тут же. Или с детьми. Вот не считать себя очень умной с детьми означает вырастить разумных детей. Не считать себя очень умной с мужем означает сделать мужа ответственным человеком. Но это не значит, что такая женщина, она глупая, как бы. Это не самовнушение. Женщина может быть очень умной, но если она не считает себя умной, то она становится еще умнее. Все. Вот такая система. Это не самовнушение, что я дура, ничего не знаю. Нет, не надо думать, что я дура. Надо знать, что я знаю, но, скорее всего, есть больше что-то моего знания. Я хочу в этом разобраться, и поэтому я занимаю смиренную позицию. И хочу разобраться. Подхожу к мужу, говорю, а ты как считаешь? Я уже знаю для себя ответ. Надо себя заставить послушать его мнение, несовершенное мнение мужа, который вообще ничем не разбирается в семье. Послушать хотя бы его несовершенное мнение. Мужчины кивают головой, им нравится, что я говорю. Потому что мужчине только дай волю. И он свое несовершенное мнение на полчаса зарядит, а может быть и на два. Поэтому женщины часто и не слушают мужчин, потому что мужчина, если его начать слушать, вообще обнаглеет и будет такую демагогию катать, что только уши будут закручиваться. Так, женщин? Вот видите, как у нас тяжело. С разумом-то, да, у обоих, и у тех, и у других. С разумом сложно. В чем мужской разум проявляется? А в том, чтобы не грузить женщину философией. Женщине не нужна философия совсем. Ей нужна любовь. Она все и так поймет, если ее любить. Но если мужчина начинает ей рассказывать, как надо жить правильно, то он просто ее мучает, и все. Он ничего ей не дает, ни себе, ни ей ничего не дает. А вот просто терпеть спокойно жену, давать ей любовь, и иногда подсказывать, когда она сама поняла уже, что неправильно что-то происходит. Например, она покупала платьев и говорит, что-то мы, наверное, много платьев напокупали. И не надо ей сразу, ура, я тебе говорил. Нет, не надо этого, надо просто подойти к ней и сказать, ничего, мы с тобой научимся меньше покупать со временем, когда мы будем менее жадными. Видите, он не про нее сказал, а про нас. И, кстати, она начнет понимать, так это же я более жадная на самом деле. А муж-то у меня нормальный, я же его мучила с этим платьем. Какие-то вопросы есть по вот теме, да? Когда вы говорили про ипостаси женщины, вы говорили про то... А я говорил про святого Франциска. У вас есть вопрос, да? А? Было, как там было... Я не знаю, как там было, но, понимаете, там была такая ситуация, что они осенью шли, был жуткий просто ветер, дождь со снегом, жуткая ситуация совершенно. И он настраивал, учил своего ученика, как надо к жизни относиться. Это удивительно просто. Я думаю, что святой Франциск 100% бы выдержал эту ситуацию, потому что он ее уже в своем сердце видел. Скорее всего, Господь их пустил. Если человек сдал на ходу экзамен, зачем ему нужно дальше мучить его? Я думаю, что, скорее всего, нет, не было этой ситуации. Спасибо за ваш вопрос. Да? Самое интересное, это в этой истории. Там же... Вот-вот, давайте расскажите нам, что... Говорит, что когда в следующий раз, когда мы постучимся туда, будет привратник, возьмет палку с сучьями и будет бить нас этими сучьями и ранить. Потом он бросит нас в грязь, и мы когда с тобой побитые встанем, он закроет дверь, и вот тогда мы не будем уже на него тоже обижаться. Да? В конце он говорит, совершенно радость, потому что все, что до этого я тебе говорил, это просто дар Бога. Да? Но когда мы терпим, это уже душа действует. Соответственно, все, что до этого, это не совершенно радость, это просто нам дарит. А вот то, что мы терпим, спасибо вам большое. Все слышали, да? Спасибо, супер. Это очень. Видите, Лев Толстой обращался к разным людям.
я не знаю, специально это или не специально, но там были также просто люди, писатели, художники, разные теоретики искусства, психологи. Вот Джон Рескин или Рескин, или Раскин, так его по-разному называют. Вот, он в 1819 году родился, был тоже вот таким деятелем, который защищал природу. Ну, тоже про радость что-то говорил, уже со своей платформой, не такой вот возвышенной, как, допустим, святой Франциск. Однако мы знаем или можем знать, и если захотим, а именно, что сердце и совесть человека божественны. Если захотим. Почему он говорит сердце или совесть? В Ведах это объясняется, что душа находится в городе тела. Душа, то есть я душа, я нахожусь в городе тела. И этот город мне не принадлежит. Допустим, я могу сказать, я руку поднимаю, а я всегда могу поднимать руку? Всегда могу поднимать руку или нет? Может так случиться, что ее парализуют, и я тогда ее вообще не подниму. Тогда возникает вопрос, а почему я, если всегда могу поднимать руку, почему я вдруг сейчас не поднимаю? В чем причина? Или я иногда сильнее становлюсь, а иногда слабее в жизни? В чем причина? В том, что телом управляю не я. Вот женщина всегда красивая? Нет. Иногда она красивее, иногда менее красивая. Она не управляет своей красотой, но она ее имеет от кого-то. Видите? И однако, если мы знаем или можем знать, если захотим, вот об этом речь, что надо захотеть, понимаете? Потому что вопрос заключается в том, а кто же там находится внутри еще, кроме меня? И веды говорят, что там есть представительство Бога, там есть божественная сила, там есть вот эта энергия совести или правды, или истины, или энергия счастья, или энергия удачи, энергия знания, как хотите называйте. Или личность, которая это все дает оттуда. Вторая личность или вторая душа. Веды говорят сверхдуша. Или парам атма. Атма означает душа на санскрите. Парам атма означает высшая душа. Парам слово означает высшая. Парам атма. Там есть тоже в теле. В Катха Упанишад, в Священном Писании ведическом, говорится, что есть две личности, сидящие на городе, на дереве тела, сравнится с деревом. Есть душа, которая смотрит на этот мир и ждет счастья от него. И она видит плоды своей деятельности, своей жизни. Мы видим перед собой в своей судьбе только плоды своих прошлых жизней. И эти плоды внешне кажутся красивыми, и поэтому она привлекается ими. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. И ручей наполнен радугой и горьких слез. Да? То есть сначала радуга, сначала плоды снаружи, которые мы привлекаем, привлекаемся, мы хотим к счастью от этого мира получить. Вот. Сначала в сладкий вкус от плодов нашей судьбы, потом клюем глубже, какой вкус получается? Горьких слез. Я всегда на эти радости смотрю. Да, то есть душа так, птица, одна птица, душа на дереве тела, она смотрит на эти радости всегда. Никогда на них смотреть не устаю. То есть она всегда хочет дальше на них смотреть, потому что она верит, что когда-нибудь она клюнет плод, который всегда будет давать только сладкий вкус. А на этом дереве тела таких плодов нет. Сначала сладкий всегда, потом какой? Горький. Хочу замуж, сначала сладкий, потом горький. Хочу машину, сначала сладкий, потом горький. Хочу квартиру, сначала сладкий, потом горький. Вы скажете, а в какой горький-то, если квартиру получишь? Какой горький-то? Да, горький заключается в том, что квартира-то, блин, фиговая, маленькая, а мог бы больше заработать и купить. И уже в ней опять так же плохо жить, как в прошлой, потому что она тоже была маленькая и фиговая. И так бесконечно, потому что человек не может остановиться ни на чем в этой жизни. Ему надо дальше клевать.
Он не может остановиться на внешнем этом сладком вкусе. Ему надо клевать дальше. Девушка красивая внешне, мы ее целуем, мы ее любим. Дальше надо клевать. Потому что человек не может остановиться. А дальше что у нее? Капризы. Плохое настроение у нее там дальше. Или хорошее, но постоянно меняется настроение. Невозможно понять, какое завтра будет. Вот. И муж тоже внешне такой классный. А если дальше клюнуть, то он только о себе думает постоянно. Видите, как устроен этот мир? Внутри этого мира эгоизм. И так как внутри этого мира эгоизм, все горький вкус внутри имеет. Поэтому. Все в горький вкус. Что бы мы ни получили, заканчивается все горечью. Итак, что же такое совесть, или сердце, или истинное знание, или чистота? Это парам атма, птица, которая сидит сзади. И она наблюдает за этой птицей, которая смотрит на этот мир, желая счастья в ней. И когда душа эта отрекается от плодов, она говорит, я буду служить жене, служить всему, что я вижу вокруг, использовать квартиру для людей, а не для себя и так далее. Тогда в таком настроении служения она может отвернуться, потому что когда она хочет использовать, она примагничена к этим плодам и не может увидеть совесть. Не может увидеть совесть. Невозможно. Она почему не может увидеть совесть? Потому что некогда. Вот, допустим, работу нет работы, денег нет. Что надо делать? Искать работу. И она не может увидеть, что работы нет, значит, ты не знаешь, как работать и где, а знание-то находится сзади. Отрекись от этого, от этих всех поисков. Просто обратись к святости, просто застынь внутри себя, остановись. Повернись к сверхдуше, к совести, к чистоте, к знанию. Забудь про свои проблемы, оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра, а если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Дорога добра означает не о себе думать, а о других, чтобы была возможность обратиться к совести. Когда человек поворачивается вглубь себя, он у нас должен перед этим остановиться, перестать чего-то хотеть. Сказать, ничего мне не надо, не ем я шоколада, все. То есть просто я хочу научиться молиться. То есть он начинает в молитве жить, в молитве в какое-то время молится раз, и у него в сердце успокаивается. Почему в сердце во время молитвы спокойствие наступает? Потому что он во время молитвы поворачивается внутрь себя, и что видит перед собой? Счастье, неземное счастье, которое находится рядом с ним все время, сзади. Это сфера душа. Сразу становится спокойно жить. А дальше, после энергии счастья, от нее исходит энергия знания. Следующий этап. Сначала энергия счастья. Так вот мне надо что делать в жизни сейчас. После молитвы приходит. А потом после энергии знания что идет? Энергия победы. Что если буду так жить дальше, обращаться к наставнику, который отражает совесть, кстати. Наставник — это зеркало, через которое мы смотрим на совесть. Можно смотреть туда, а можно туда смотреть, и будет отражаться. Или Священное Писание, которое является языком совести. Если ты хочешь понять, какой язык у совести, читай Священное Писание. Не для оправдания себя, а для того, чтобы понять, в чем ты не прав. Потому что совесть всегда начинается с того, что мы понимаем, что живем неправильно. Первый этап контакта с совестью. Оп, я не прав. И потом дальше уже как надо. Как надо. Потому что когда я делаю все правильно, не от себя, а от совести, тогда я понимаю уже заранее, что я буду делать неправильно сам. И поэтому действую под руководством. Такая деятельность называется разумным существованием уже. Некоторые говорят, да это зомби живут под руководством. Зомби — это те, которые пользуются руководством своего ума. Потому что ум находится под влиянием судьбы. Судьба говорит, хочу мороженое. Идешь в мороженое. А, хочу жену. Хорошо. А, хочу рожать быстрее. Пожалуйста, так, вперед. Хочу там квартиру. Понимаете, ум просто, и он хочет счастья. И откуда счастье пошло, то оттуда идет. А мне все снятся острова. Хорошо, бросаем Москву, едем на острова жить.
Это действие судьбы, понимаете? Оно заставляет туда-сюда, и мы метаемся, нам туда-сюда, нам надо. Там хорошо, но мне туда не надо. А мне надо. Ну, туда не принимают. Да? Самолет туда не летит. Итак, действует судьба. Летит, не летит. Но идея в чем заключается? Надо это все остановить. Когда человек это все останавливает с помощью контакта, опять же, со святостью, с тем, кто отражает мою совесть, я опять начинаю, глядя на святого человека, на возвышенного, я чувствую спокойствие. Потом, когда я начинаю молиться еще больше, потом раз, в какой-то момент знание пришло, что делать, а потом в какой-то момент пришло чувство победы над своей судьбой, победы. Но для этого надо не один год помолиться уже. Вот эти этапы, просто мне спокойно стало. Мама мне пишет: Олежка, я спасибо тебе, я сейчас вот молиться начала, я спокойно чувствую себя в жизни. Первый этап. Я знаю, что, Олежка, что жила всю жизнь неправильно, я теперь поняла. Это следующий этап. А следующий этап. Мне даже не интересно то, что я жила неправильно всю жизнь. Мне интересно постоянно делать то, что надо. Обращаться к святости и жить этим путем. Делать правильно уже мне надо. То есть означает, что человек понял миссию свою, свой путь внутренний. Он понял, что он побеждает свою судьбу, что он сильнее своей судьбы. Однако мы знаем или можем знать, если захотим, а именно, что сердце и совесть человека божественны. Божественно означает, Богу принадлежат, а не мне. Что в отрицании зла и признании добра человек сам является воплощенным божеством. Что в отрицании зла и признании добра человек сам является воплощенным божеством. Веды говорят, как только человек поворачивается к солнцу лицом. Вот мы искорки, мы летим от солнца и гаснем. Мы летим от солнца куда? К своему счастью. То есть мы не хотим предаться высшему знанию, высшему счастью, подчинить себя. А всегда там трудно, потому что заповеди всегда говорят, не кури, не пей, там то-то не делай. И постоянно, а это я хочу делать, и это я хочу. И смотреть на других девушек хочу. А Священное Писание говорит, не смотри, ну что за фигня, вот все, что я хочу, нельзя. Понимаете, вот поэтому и говорят, чтобы делал как надо. Но как надо делать, для этого нужна сила духовная. Мы хотим к материальному тянемся, то есть гаснем, летим от солнца, от Бога. Но когда человек поворачивается, это очень трудно. Нужно быть аскезу совершить, очень сильно заставить себя. Вот этой женщине, которая сейчас ребенок на операции, надо... Я говорю, хочешь, что, может его в другую реанимацию перевести? Понимаете, надо остановиться и сказать, и начать молиться просто, понимаете? Молитва, молитва и молитва. И дальше помощь пойдет через сердце от Бога. От Бога к этому ребенку. Если ему суждено выжить, ему врачи уже будут все правильно делать. Филигранно будут делать все, чтобы он выжил, понимаете, через мою помощь. Вот так человек должен жить, победить свою судьбу изнутри, а не снаружи. Видите, когда он к солнцу поворачивается, начинает светиться, ярче становится, и он становится воплощенным божеством. Это не значит, что он Бог. Нет. Мы останемся всегда частицами Бога, мы никогда Богом не будем. Скажи, а чего же тогда неинтересно? Наоборот, интересно. Веды говорят, что почему так создана природа? Потому что Бог захотел, чтобы нам было лучше. Сейчас объясню почему. Потому что когда маленькая частица имеет отношение с большим, то сколько она любви получает? Много или мало? Сколько от маленькой частички можно любви получить? Мало. А от большого сколько маленькой частички? Много. Так кому лучше тогда? Видите? Просто для того, чтобы было нам лучше, для этого надо свое положение правильное в этом мире занять. Когда частичка божественная поворачивается к Богу, она начинает сиять. И поэтому святой человек, мы к нему как к Богу должны относиться, потому что он сияет правильными вещами. Бог с нами не контактирует напрямую, мы наказаны в этом мире. Мы не видим божественного ничего, мы видим только гнусное все, да? Даже в тех, в кого мы верили, вера пропадает со временем. Особенно если почитать в интернет,
поискать всякую информацию, тогда вообще никакой веры не останется. Вот. Но если мы учимся чистому светлому, учимся этому, то тогда в этом случае мы учимся видеть в людях лучшее, и это ведет нас к Богу. Путь к Богу — он видеть в людях лучшее, а путь в ад — это видеть в людях плохое, а особенно в тех, кто встали на путь к Богу. Это значит все, до свидания, развитие духовное. Есть люди, которые постоянно вот это вот перемалывают, что там плохого у кого есть. Это сознание мухи. Оно приводит к поражению судьбе, не приводит к счастью. Итак, видите, как интересно, что в отрицании зла и признании добра, то есть признание добра означает видеть хорошее в людях, а не плохое. Это и есть признание доброго пути, добра. Человек сам является воплощенным божеством, что его радость в любви, его страдание в гневе, его негодование при виде несправедливости, его слова в слава в самопожертвовании являются вечными, неоспоримыми доказательствами его единства с Верховным Властителем, что в этом, а не в телесных преимуществах и не в большем разнообразии и больших проявлений инстинктов, он сам является властелином над более низшим миром. Поскольку он отрицает или нарушает веление сердца и совести, поскольку он бесчестит имя Небесного Отца, а не светит имя Его на земле, поскольку же он следует им, а не светит имя Его на земле. Но если он следует Святому Отцу Своему, светит Его имя, то получает в полной степени от полноты Его власти. Смотрите, здесь говорится, что в чем радость, в чем нерадость, в чем счастье, в чем несчастье. Видите, есть только два пути в этом мире. Один путь — это решать самому свои проблемы. Второй путь — по утрам садиться и молиться и получать знания о том, как решать свои проблемы уже. Ты сам все равно будешь решать, но с помощью того внутреннего знания, которое приходит через Отца, через того, кто нам дает это знание, но тайно. Мы не можем напрямую получить, потому что у нас нет квалификации на это. Сейчас я затронул одну тему, которая, может быть, кому-то не понравится. Я когда сказал про Отца, сразу трудно стало внутри, заметили? Сейчас объясню, почему. Когда мы говорим слово «Бог», сразу... Я, допустим, говорю «пепсикола», «пепсикола» что-то действует внутри, нет? «Пепсикола» просто, ну, «пепсикола». Говорю «яблоки», ничего такого, да? Говорю «Бог», раз, у некоторых, замыкает. Так, какая вера, что за секта? Видите, сразу замыкает. Почему? Потому что... мы в сердце своем появились в этом мире, веды говорят, потому что мы не хотим быть с Богом. Мы разлучены с Ним своим желанием внутренним. Жить не по совести, а своими силами. Жить не аскезами, а наслаждением и так далее. Понимаете, поэтому мы страдаем здесь, что у нас нет вот этого знания о том, как правильно. Оно появляется в контакте с теми, у кого есть. Тогда вопрос, а у кого есть, Олег Геннадьевич? Хорошо, очень просто понять. У кого больше счастья в жизни, у того и есть. Наблюдайте за людьми. Некоторые люди ходят, делают вид, что они счастливы. У них есть власть, деньги. И кажется, ну вот, Олег Геннадьевич, ну вот все-таки без денег же нет счастья. Ведь согласитесь, вы же не без штанов здесь сидите, лекции читаете. Я согласен, что нужны деньги для жизни. Это факт. Но есть, я видел людей в своей жизни, которые очень нищие, но они при этом больше счастливы, чем мы. Вот я нуждаюсь в каких-то деньгах, в каких-то средствах. Почему? Потому что я не достиг еще того уровня, даже очень смело сказано, но даже не пытался достигнуть того уровня, в котором бы я был счастлив без денег. Это просто другой уровень сознания. Это не то, что я психованным психопадом становлюсь, и мне не нужны деньги.
Это более высокий уровень развития, понимаете? Допустим, вот смотрите, я просто простой пример приведу. Что сильнее, деньги или власть? Власть сильнее, потому что власть дает деньги, а деньги еще власти не дают. Ты можешь иметь денег и всего лишиться, потому что дядя придет и скажет, а сегодня у тебя уже не будет денег, они будут у меня, потому что у него есть власть. Хорошо, а что сильнее, власть или знание? Знание, потому что у человека есть власть, ему приходит человек и говорит, вот если будешь так себя вести, потеряешь власть. Он говорит, пошел вон. Ну, хорошо, нет проблем, но он потерял. Почему? Потому что не вел себя правильно. Без знания власти уже тю-тю, да? Знание выше. А что выше, знание или святость? Святость, потому что когда ты имеешь знание, ты его имеешь от чего? От изучения, да? А когда ты имеешь святость, то тебе не надо изучать, потому что Бог сам тебе рассказывает в сердце, как тебе надо жить. Понимаете, то есть есть разные уровни могущества в этом мире. И веды говорят, зачем обращаться к тому уровню, который ниже заведомо. Если у человека есть знания, ему не надо беспокоиться о деньгах. Деньги, само собой, будут столько в его жизни, сколько надо. Потому что часто люди даже получают больше денег, чем положено, от этого еще хуже их жизнь. Настоящее проклятие в жизни человека происходит, когда ему Бог больше денег дает, чем положено. Тогда вот у него крыша съезжает конкретно уже, да? Почему такое происходит? Потому что сильно хотел. Понимаете, есть очень сильные люди в этом мире. Если сильный человек захочет денег по-настоящему, то деньги будут. Понимаете, сам захотел, сам получил, нет проблем. Потом вопрос, что ты с ними будешь делать, потому что веды говорят, сколько у тебя денег, столько у тебя ответственности. Если ты их для себя использовал, эти деньги, значит жизнь твоя превратится просто в болото. Чем больше человек для себя использует деньги, тем больше зависти возникает по отношению к нему. И это никак нельзя изменить, понимаете? Потому что всегда деньги, направленные не в ту сторону, рождают зло, которая направлена потом по отношению к тебе. Вот смотри, допустим, я строю себе большой дом. Что это вызывает? Зависть. Строй себе среди таких же. Хорошо. Нет зависти. Да? То есть я строю большой дом. Вот очень разумно, смотрите. Я строю большой дом среди больших акул. Ага, строй поменьше, чем у больших акул. Будь маленькой рыбкой, да? Рядом с большими акулами. Будь большой рыбкой среди больших акул, но в маленьком домике. Ну тогда как они поймут, эти большие акулы, что ты... А вдруг они тебя начнут кусать нечаянно? Они подумают, так это не большая рыбка, а маленькая, у нее меньше домик. И так тебя оп! И откусили тебе плавничок. Так лучше пускай маленькие рыбки злятся, чем большая акула просто проедет мимо и откусит полдома. Согласны? Видите, не так не спасешься. Что делать? Спасибо, супер вопрос. Если бы сейчас у всех в нашей стране возник, сейчас вообще тут такое было бы счастье на русской земле. А вот очень просто же все говорится, что очень просто, что деньги нужны для того, чтобы сделать больше счастья в этой жизни. Но для этого нужно делать добрые дела. Некоторые скажут, ну Олег Геннадьевич тогда, ну ты что думаешь, что сейчас я всем деньги раздам, это будет доброе дело? Нет, не факт. Ты имей эти деньги, пускай они будут у тебя. Но принеси счастье тем, кто у тебя работает. Олег Геннадьевич, ты что думаешь, если им больше зарплату будем давать, они успокоятся? Нет, не успокоятся. Но ты их содержи, давай им такую зарплату, которую им надо давать, но ты им давай больше знания духовного. И тогда они у тебя будут счастливы работать, создать атмосферу любви в своем коллективе.
И возьми просто эти деньги в образование детей пусти, чтобы дети учились у таких людей, которые могут их научить нужным вещам. Пусти эти деньги в том, чтобы старики не проклинали это общество, потому что проклятие есть в этом мире, и они идут от тех, кто имеет право проклинать. Кто имеет право проклинать? Бездомные дети имеют право проклинать. Имеют право проклинать женщины, которых бросили. Имеют право проклинать старики, которые остались без приюта. И кого они проклинают? Нашу жизнь, наше общество, в котором мы живем. И мы проклятыми становимся, понимаете? Проклятыми. Чтобы мы не были проклятыми, поэтому есть предписание заботиться обо всех людях, которые нуждаются в заботе. И тогда в обществе мир наступает, спокойствие, нет проклятия. Это богатые люди должны делать. И тогда что они получают взамен? Они получают уважение от всех, уважение. Спокойствие в сердце, им хорошо жить становится. А вы скажете, а все ведь по-другому живут. А эти все, которые по-другому живут, тоже будут вас уважать за это. Тоже будут уважать. И большие рубки не будут вас кусать. Потому что кусают всегда за что-то. Никогда не кусают просто так. Если человек честно живет в этом мире, у него есть суверенитет, понимаете? То есть у него есть сила, которая его защищает. Но при этом не надо гордиться этой силой. Потому что эта сила, когда ты гордишься, сразу же тебя заклюют. Просто скромно живи и говори, да, просто мне так нравится все. Я не против власти чьей-то, не против, я просто хочу вот так жить и все. Я не стремлюсь завоевать популярность людей там. Просто хочу доброе что-то приносить. Потому что когда более развитый человек гордится собой, то это вообще вилы. Это разрушает людей еще больше, чем гордится собой простой человек какой-то. Простой человек разбогател, он гордится этим, но это не так страшно. Если человек знает, как правильно жить, использует деньги правильно и гордым от этого становится, и начинает на всех выступать, говорит, у нас плохая страна, смотрите, я могу лучше показать, как надо жить. Вот это уже тогда вилы. Воистину украшает человека скромность, а не его попытки разрушить то, что есть. То, что есть, это создано трудом большим людей. Вот такая у нас страна, она у нас такая, она у нас есть. Если мы сейчас будем ее разрушать, что уже была попытка сделать, смотрите, как много времени понадобилось, чтобы восстанавливать. Это же страшно. Поэтому пусть что есть, то есть. Каждый должен делать то, что он сам может для этой земли сделать. Это мысль Льва Толстого, не моя мысль. Он говорил, какой путь надо выбрать. Не революции путь, а изменение своего сердца. Он об этом говорил тогда еще, когда это было актуально. Годы. Итак, Джон Рескин, видите, удивительная личность, по его высказаниям мы можем об этом узнать. Теперь буддийская мудрость. Видите, с разных сторон. У Льва Толстого много спектров. Мы говорим о счастье сейчас, о жизни, о счастье совершенном. Видите, мы коснулись совести, что без совести нет счастья совершенного. Мы коснулись более высокого понимания этих вещей с позиции самого возвышенного слоя общества. Это священники, святые люди. И мы движемся дальше. Вот сейчас с позиции священных писаний. Наша жизнь – следствие наших мыслей. Можно поспорить, да? Смотрите, интересно, веды объясняют, что судьба человека находится внутри структуры определенной психической, которая называется линга шарира, или тонкое тело, или психическое тело человека. Уже все почти ученые знают, что есть психическое тело. Но мало кто знает, что там есть свои каналы психические внутри этого психического тела, что оно работает по своим законам, анатомия есть, там движение энергии по этим каналам и так далее. Целая наука, которая человечество уже подходит к этой науке вплотную. Потому что многие люди по-разному это начинают объяснять. Что есть там лептонное тело какое-то у человека, есть каузальное там и так далее. Ну то есть все тонкое тело описывают в разные источники по-разному. Ментальное тело там и так далее. Внутри тонкого тела находится душа. То есть я, душа это я. И что я делаю внутри тонкого тела? Вед говорит, как в машине я живу там. Я смотрю на этот мир через глаза, да? Но глаза принадлежат грубому телу, а само зрение, чувство зрения – это тонкая вещь.
Она не умирает со смертью тела. Грубое тело умирает, тонкое тело, вся психика человека остается невредимой. Она не умирает, веды говорят. Тонкое тело не умирает. И это можно видеть, опять же, глазами тонкого тела. Веды говорят, используй свою психику как прибор для изучения того, что происходит вокруг. Если ты сам не обижаешься ни на кого, ты сможешь увидеть обиду. Если ты сам не врешь, ты сможешь увидеть ложь. Если ты сам бескорыстен, ты сможешь увидеть корысть. Если ты сам сосредоточен, ты сможешь увидеть, кто менее сосредоточен. Если ты более духовен, можешь увидеть тот, кто менее духовен. Таким образом, можно использовать тонкое тело для того, чтобы изучать этот мир. Если ты не привязан к событиям своей судьбы, значит, ты увидишь события своей судьбы. То есть ты считаешь, что может так произойти, это хорошо, и может так произойти, это хорошо. Как только ты так начал считать, тебе откроется знание о том, как будет на самом деле. Это 100% для всех всегда так работает. То есть тонкое тело можно использовать как инструмент для изучения этого мира. Мы сейчас что используем как инструмент для изучения этого мира? Мы используем электронную, энергию электричества, микроскопы там и так далее. Мы знаем, что есть волны там и так далее, но мы не знаем, что это все грубая энергия. Даже волны — это грубая энергия. Есть тонкая энергия, которая вне электронов, протонов и волновых этих всех свойств. Она находится... Ее изучать можно только с помощью этой же тонкой природы. То есть, а тонкая энергия, и она уже только с душой контактирует. Ее, она не грубая, она имеет уже ближе к душе, понимаете? Поэтому она не отделяется. То есть нельзя вот выделить просто ментальную энергию человека и сделать из нее микроскоп. Ее можно только использовать с помощью человека самого. То есть, и поэтому люди просветленные, кто такие просветленные люди? Это те, которые... очистили свое существование правильной жизнью и могли уже сравнивать свое понимание с тем, что происходит вокруг, и видеть истину. И есть разные примеры, как люди могут видеть. Например, один человек описал на Марсе полностью все, как он устроен, на Юпитере, описал все, как он устроен, полностью, как эта планета устроена, описал, карту показал. И тогда его спросили вот эти ученые, по-моему, в ЦРУ это было. Хорошо, а чем ты докажешь? Если ты, вот как, допустим, люди говорят, я вижу твою прошлую жизнь. Ты в прошлой жизни был там овечкой такой-то там, в таком-то стадии, или был дядей Васей в таком-то месте жил. Как проверить этого человека? Ну как проверить? Да, что я делал час назад? Если ты видишь мою прошлую жизнь, скажи, что я делал час назад. И он филигранно описывает, ты сидел в таком-то месте, на таком-то горшке, и у тебя пища выходила оттуда-то, оттуда-то, и столько-то, столько-то, в таком-то количестве. Ты, точно, а я уже сам забыл. Значит, ему можно доверять, этому человеку. Он, значит, знаток, да, специалист в этой области. И они, так как это не глупые люди, они спросили, ну хорошо, мы не можем проверить, что на Юпитере находится, расскажи нам, что на такой-то военной базе в России происходит. И он начал описывать... Что там происходит? А они это могли видеть уже со спутников. И они подтвердили, что это так. Видите, это определенный вид восприятия мира. Мы не можем его отрицать и говорить, что это шарлатанство. Но это не шарлатанство. Это просто знание труднодоступное. И поэтому им часто пользуются люди, которые хотят себе зарабатывать на этом деньги. А вот это уже шарлатанство. Потому что когда человек «вижу», вижу алые грозди рябин, вижу, вижу дом ее номер один, вижу, вижу сад со скамьей у ворот, город, где судьба меня ждет. Понимаете, то есть видеть можно же по-разному. Можно видеть то, что тебе хочется видеть, а можно видеть так, как надо. И веды говорят, если человек хочет денег, у него не может быть чистого видения. Поэтому кто может быть действительно предсказывать? Тот, кто не хочет денег. А этим людям неинтересно предсказывать.
Поэтому тот, кто видит по-настоящему, труднодоступный человек. С ним трудно установить отношения, потому что он также видит, что ты не имеешь права владеть этой информацией. У тебя ты просто любопытство. Ты хочешь полегче жить, и поэтому ты сейчас хочешь предугадывать события для того, чтобы тебе легче было. А судьба не хочет, чтобы тебе легче было, она хочет, чтобы ты замучился. Для того, чтобы принял ее и обрел знания таким образом, сдал свои экзамены. Поэтому человек, который действительно видит, он не склонен рассказывать судьбу. Он говорит, поживешь, узнаешь. Я могу написать тебе сейчас на бумажке и положить ее вот сюда. Приходи через год и пять дней, и приходишь на костылях, да? И он говорит, ты пришел написать, ты придешь через пять дней ко мне, через год, пять дней, на костылях. Да? И ты говоришь, почему я не сказал, почему? Потому что это люди знают законы уже жизни. Тогда спрашивают, это же фатализм, значит, ничего не изменишь. В этом мире есть четыре типа событий. Первый тип событий, человек преодолевает своими силами, просто потому что он может это сделать, у него есть сила на это. Это называется легкая карма. Допустим, насморк возник, там взял что-нибудь, попил, прошел. Да? Второй тип событий, средней тяжести карма. Насморк возник, попил, не прошло. Пошел куда? К врачу. То есть средняя тяжесть кармы — это карма, которая преодолевается с помощью кого-то. Человек, который может это сделать. Опять же, надо разбираться, потому что есть два типа врачей. Одни хотят денег, а другие хотят вылечить. Понимаете, это колоссальная разница между этими двумя людьми. Если вы приходите к врачу, и у него логическая цепочка такая длинная мысли о том, что ты болеешь, и заканчивается эта цепочка тем, что надо купить вот такие-то БАДы. Вот. То тогда это не врач. Это человек, который хочет денег. А человек может или давать здоровье, или забирать что-то от человека другого. Поэтому есть два типа. Настоящих врачей мало. И, может быть, у вас нет благочестия пойти найти себе такого врача. Поэтому вот, ну, надо помолиться. И Бог даст знание, где лечиться и как. Знание очень простое. Лечит энергия Бога. То, что выросло само, трава лечебная, это лечит. Продукты питания, это тоже же выросло от Бога, лечит. Солнце лечит очень сильно. Это самое лучшее прогревание. Не электрофорез, там, не УЗИ, это не этот ядерно-магнитный резонанс, а солнце, понимаете? Самое лучшее прогревание дает. Самое качественное излечение спины солнце дает, настоящее солнце. Дальше, настоящие горы дают настоящую силу. Дальше, земля дает спокойствие, лес дает защиту, вода дает гармонию. Пять стихий, да? Человек, когда обретает это знание, он уже не бежит никуда. Он, значит, есть травы, есть деревья, есть лес, есть солнце, и это меня вылечит. Есть камни, тоже это сила. Или не сила, некоторые говорят, а он шарлатан вообще. Что это за сила такая? Вот у кого болит голова сейчас, и он не верит в силу камней. Есть такие люди? Болит голова и не верит, что камни действуют. Есть такие люди? Жалко, что нет. Сейчас бы мы поставили вот этот камешек, нажали и посмотрели, действует или нет. Итак, мы говорили о чем? О том, что средняя степень кармы, тяжести, означает, что человек получает помощь от кого-то. И самая лучшая помощь приходит от чистых людей, честных, которые хотят помочь именно. Надо искать таких людей, это непросто. Дальше следующий этап. Тяжелая карма. Не помогает врач, не может помочь. Не всем может помочь врач. Врач очень, я, допустим, часто бываю самоуверенным. Это склонность врачей. Так, мы тебе поможем, все. Не факт. Не факт. Может, поможем, а может, нет. Потому что иногда бывает тяжелая карма, и врач не может уже помочь. И бывает непреодолимая карма. Тяжелая карма кто помогает?
Священник помогает, да. Молитва помогает. Дает знания, дает облегчение. Молитва. И непреодолимая карма еще бывает. Но когда бывает, приходит непреодолимая карма, Бог дает сердце знания. Остановись, перестань бегать, садись и делай самое главное. Тебе уже никто не поможет. Ну что всем тело придется оставлять, умирать, так? Это непреодолимая карма. Или мне не придется, некоторые считают, мне не придется. Вернее, все так считают. По крайней мере, завтра, да? Это иллюзия, в которой мы живем. Итак, наша жизнь – следствие мысли. Веды говорят, что тонкое тело, психическое тело человека соткано из наших поступков в уме, поступком словом и поступком действием. Они дают разный результат. Поступок действием, какой результат дает? Мгновенный. Да? Мгновенный результат тут же получил. Поступок словом, какой результат дает? Отдаленный и сильный. Если ты, допустим, просто ударил жену, это ты за это ответишь. Но если ты ее предал, тогда уже отвечать будет поздно. Она просто уже с тобой не будет жить. Ну, то есть, словом поступок может быть сильнее, чем поступок действием. И поступок мыслью – это третий вид поступка, который сам по себе еще ничего не меняет. Он подготавливает события. Поэтому ты еще можешь, успеешь отказаться от этой мысли. Допустим, я решила подавать на развод. Ты еще успеешь отказаться от этой мысли. Успеешь не делать так, не поступать глупо. Вот, то есть поступок мыслью, он имеет силу развивать события. Но можно все еще поменять. Таким образом, мысли — это сила, и все эти три вида событий создают тонкое тело. Поэтому по-другому тонкое тело называется телом желаний еще. Потому что из желаний и поступков формируется наша судьба. Видите, это не только ведическая там мудрость, которую я как бы рассказываю. Видите, буддисты тоже так считают. И все, даже у христиан есть об этом мысль, об этом речь, что как бы по твоим делам ты и получишь, да? Ну, то есть это означает судьба, ты судьбу создаешь своими мыслями и своими делами. Все, это то же самое. Все то же самое, просто по-разному называется. Наша жизнь – следствие наших мыслей. Она рождается в нашем сердце. Где рождается жизнь? В сердце. В сердце находится душа. Она дает жизнь телу, душа. Понимаете? То есть здесь находится жизнь. Вот здесь находится жизнь. Помните, как там птичка там в этом, на дереве там, и иголочка. Где находится иголочка дальше? У Кощея Бессмертного там. Что сломать надо? Вот здесь, вот в сердце, да, находится иголочка эта, которая вот и делает его бессмертным, Кощея. А мы на самом деле с вами все Кощеи бессмертны. Потому что у нас там у всех иголочка есть, ее не сломаешь. Душа бессмертна по своей природе, ее невозможно уничтожить. Она творится нашей мыслью. Рождается в нашем сердце наша жизнь и творится нашей мыслью. Если человек говорит или действует с доброй мыслью, с доброй означает бескорыстной. Я читаю лекцию не для денег, допустим, сейчас, а для того, чтобы служить Богу и вам, допустим, если я так делаю, с доброй мыслью. Говорит или действует, радость следует за ним, как тень, никогда не покидая его. Как определить, человек действует с доброй мыслью или не с доброй? Радость следует за ним в жизни. Олег Геннадьевич, что-то я такая печальная. И мне кажется, что причина в моем муже. Он меня замучил. Смотрите, логика простая. Если ты действуешь с доброй мыслью, значит, тогда
радость преследует тебя, а не печаль. Ну, значит, мысль о том, что муж меня замучил, не добрая мысль. А добрая мысль какая? Та, которая самая трудная. Я сама себя замучила. Потом раз, радость следует за нами. Если человек говорит и действует со злой мыслью, страдание неотступно следует за ним, как колесо запятою вала, влекущего повозку. Что же такое? Почему же у меня жизнь-то такая фиговая? Что-то плохо и плохо. Шакал я паршивый, все ворую и ворую. И что же за жизнь у меня такая плохая? Почему? Потому что злая мысль. Надо разобраться просто, какие злые мысли, а какие добрые, все. Часто мы путаем. Например, мой муж меня бросил. Гад такой. Это добрая мысль или злая? Оп. Видите, некоторые женщины считают добрая, некоторые злая. Надо разобраться. Мой муж меня бросил. Точка. Добрая мысль. Нейтральная. Дальше. Я вот неправильно себя вела, неправильно жила, и мой муж меня бросил. Точка. Добрая мысль? Добрая. Вот надо до этой мысли добраться. Первая мысль какая будет? Мой муж меня бросил, гад такой. Все нормально, это обычное дело. Садись и начинай молиться. Потом первое, что придет в твое сердце, мой муж меня бросил, точка. Означает, просто подействовала судьба. Не то, что он гад такой, судьба не должна была так действовать, а это все случайность. Просто он гад такой, и поэтому он бросил. Он виноват во всем. Помолилась, муж меня бросил, точка. Муж, мысль такая уже, нейтральная, как бы уже ни туда, ни сюда. Но просто ты поняла, что судьба подействовала, что пришло время действовать судьбы, сдавать экзамены. Дальше молимся, оп, а я ведь вот так вот с ним себя вела, и вот так делала, и то делала, и поэтому он меня бросил, естественно. Так он гад такой или нет? Да. Дальше молись. Дальше молимся. Мой муж меня бросил. Я вот поступал неправильно, и он не выдержал, и бросил. Он гад такой? Да нет, просто он такой же слабый человек, как и я. Моя слабость выражалась в том, что я неправильно себя вела с ним, а его слабость выражалась в том, что он меня бросил. И что же нам теперь делать? А надо просто помолиться за него и за себя. Помолиться, чтобы нам жить правильно, чтобы мы сильными стали людьми, не слабыми. Видите, это уже добрая мысль пошла. И радость в сердце сразу возникает в этот момент. Радость, потому что экзамен сдан. А сдать его непросто, надо дальше двигаться по этому пониманию. Почему же он меня бросил? Вот я сейчас сказал, допустим, что, вы поняли? Да, хорошо, выходите на улицу, 5 минут пройдет. Нет, что-то он, все-таки он гад такой. Видите, может, поняли чуть-чуть, но надо дальше, чтобы это понимание было больше, что на самом деле все нормально, меня бросили, потому что так надо, это все хорошо, движемся дальше, мне еще хуже могло бы быть, вот, а меня бросили чуть-чуть. А это еще лучше мысли. И это все возможно только внутри, когда человек себя живет, работает, потому что добрая мысль не возникает просто так. Она возникает как результат победы над собой, потому что когда больно, хочется ругаться. Надо боль эту победить с помощью душевного труда. Она не побеждает с помощью дискотеки, бара, там тун-тун, тун-тун-тун-тун, или там... Потом протрезвел опять, так, бросили меня... Опять то же самое, не возвращается, помню, по башке дали, или морду кому-то набил, тебе дали в морду, так, хорошо, вот,
Потом все равно опять вспомнишь, хоть по башке дали, забыл, потом вспомнишь все равно. Или на качелях этих, на американском. Или на мотоцикле. Все равно вспомнишь, понимаешь? Или на это, Швейцарии, на лыжах. Все равно вспомнишь потом, когда накатаешься. Не работает система все это, не работает. Или компьютерный мир. Не работает, все равно вспомнить придется потом, что тебя бросили. А вот когда ты в сердце свое обратился с молитвой, сначала знание получишь, а потом прощение, а потом удачу. И пройдешь этот путь, годика надо два, наверное. Годика два, но зато уже никогда к этому не вернешься. Если тебя в следующий раз бросят, ты уже будешь спокойно на это, с мудростью смотреть. Что-то не так сказал? Могут еще раз, на всякий случай. Для закрепления материала. Но чаще всего не бывает уже второго. Потому что ты ценишь уже человека, понимаете? Ты, почему человека бросают? Потому что он первый этап — это выяснение отношений. То есть я объясню, как надо со мной жить. И понеслась. Не бросили, да? Если прошел экзамен, сдал, то дальше как ты себя ведешь? Служишь человеку. Он что делает? Наглеет. Ты служишь ему. Потом, когда он почувствовал, что ты хороший человек в сердце уже, не просто такой же, как он, наглый, а хороший, почувствовал, у него начинается уважение к тебе. Когда уважение пошло, ну, ты начинаешь его воспитывать потихонечку. Очень нежненько, аккуратненько. И постепенно уже вот это вот служение и воспитание выравнивается, и тогда между людьми начинаются уже равные отношения, правильные отношения. Но сначала ты вкладываешь человека. Он может наглеть, вести себя неправильно, но постепенно все выравнивается, остается счастливая жизнь потом. Кто-то один вкладывает, а кто-то пользуется, а потом наоборот происходит. Благодарный человек, который пользовался, начинает служить потом. А тот, который служил, он испытывает счастье как результат служения. Но до этого дойти очень трудно, надо много лет прожить с человеком. Эта вся жизнь нужна для того, чтобы это все вот так прошло. И кто должен служить, как вы думаете, в семье? Кто должен служить и кто будет пользоваться? Жена служить. Еще какие мнения? Оба. Невозможно, всегда только один. Сейчас объясню. Тот, кто пришел на лекцию, тот и будет служить. Бог выбрал такого этого человека. Значит, оба будете служить. Значит, сразу счастье придет в жизнь.